В этом видео будет запись двух каток со стрима, в которых происходил просто какой-то трэш. Особенно в первой катке на Тенглвуде мы встретили кучу багов, у чела были бесконечные карты Таро, короче, охоты длились бесконечно, и вообще у меня первый раз настолько сумасшедшая игра попадается. Всем приятного просмотра. А, один кто-то не загрузился. А, ё-моё. Ну да. Ну он сейчас загрузится, наверное. Не, он уже не загрузится, он вылетел. А, да. Обидно. Так, подожди. Типа, мы без улик, мы можем только это. Предметы. Бери благовоние. А, точно. Да. Подожди, а откуда тебе? Почему у меня ничего нету? Что, чего? У меня нет предметов. Нет предметов? У тебя нет предметов, вообще ни одного, да? Да. Подожди, хорошо, вот я тебе дропнул благовоние, допустим. Ну, взял. О. Бери благовоние тогда и камеру, если что, проси. Не знаю, что за баг. Короче, ладно, я возьму тогда. Почему меня камера не берет? Короче, я с благовонием. Будем сразу охоту делать, чё нам, да? Какую охоту? Охоту. Ой, страшно все. А что за проклятые? А, карты Таро. Карты Таро. Ну, давайте раскладывать. Я понял, дьявол. Дьявол, да, все. Я на Next, да, залетай. Дьявол? Почему? А вы не берете дьявол? Тех, кто без микро, да? Ну, как видишь, попадается. А что моргается? Но лучше с микро. Дай мне потянуть. Ой. А у тебя микрофон есть? Блин, жалко. Дьявол. А нет, дурак. Ты не пугай. Теперь я. Найс! Что выпало? На. Смерть. Алло, мне не кидаются карты. Еще, значит, они это судьба. Судьба? О, ой. Опа-на, все, пизда рулю. Капец громко, капец громко. У меня вообще не алло, у меня ничего не работает. У меня карты только в руке, я не могу даже выбросить и взять там благовоние. Ну, тебе не тогда получается. Как так? О, найс. Потопал. The Moon. Короче, я в гараж. Я, блядь, призрак, что ли? Я сейчас прямо по его стопам шел. Найс. Что за приколы? Я, короче, все карты буду тянуть. Башня. Ох. Зачем дверь сломали? Это чё? Ладно. Золотая. Все, да? Нет, еще у меня много. Это фигня. Найс, рассудок выпал. А почему у меня их бесконечное количество? Еще рассудок выпал. Что за бред? В смысле? Меня залагала игра. Карты? Да. Я реально мне бесконечно. О! А-а-а. Бля. Не надо. Бля. Нет! А призрак ускоряется, типа, после этого того? После того, как убьет кого-то? Ну, это кто-то обычный, короче. Дюб на карту. Что? Ты меня воскресил? Ебать, кого? Это как нахуй? Ой, блядь, тихо. Что ты игра ебанутая? Что происходит нахуй? Что происходит, блядь? Призрак какой-то... Тупой. Как я выжил? А в этой игре... Я... Ебать, что за охота, блядь? Почему она 3 часа длилась? Что за игра, ебануться? Что, блядь? Как я вообще родился? Что за хуйня происходит вообще? Вещей в грузовике нету, блять, карты бесконечные. Люди возрождаются просто так. Нормально. Вот, блять, бесконечное что? А кто такой быстрый? Почему она прям очень быстро бегала? Не знаю. Это... Не, ну он просто походу ускорился, типа, за охоту. Не, он еще в гараже, а в гараже, наверное, у нас третий был, да? Просто он там тоже носилось.
Короче, это 100% Юрей. Юрей? Почему? Просто. Просто так? Понял. Да. Просто не имею. А чё, кого поставить? А, может быть, кстати, да. Точно. Челик без микро, наверное, вытянул жрицу. Ладно, вот, я его поставлю. И чё, мы поехали, получается? Поехали. Ладно. Я Ревенанта поставил, ХЗ. Точно не Диоген. Демон. Демон. Понятно. Блять, такое чувство, что реально он быстрее остальных ускоряется. Мы не угадали, Ренайс. Я хотя ник успел поменять, у меня был злой дедус. Злой дедус? Да, я играл на прошлом. А-а-а, я думаю, что-то знакомое. Погнали в Майнкрафт, Кенма. Что за чай? Кенма, я тебя люблю. Так, я хотел сказать, это шкатулка, но это все. Без трех букв. Меньше, чем три. У нас все прокляты, да? Да. Я бы зеркало завязал тогда. Че? Гараж, вот здесь прямо. Посмотрю. Минусовая? Минусовая. Ты старый? Да, минусовая. Ты молодой? Минусовая есть, минусовая есть. Сколько тебе лет? Да. Дай нам знак. Ты старый? Ты молодой? Сколько тебе лет? Радиоприемник. Радиоприемник, да? Да, радиоприемник еще. Если это... Изи. Сейчас еще, если огонек будет. Не, ну огонька не вижу, значит, наверное, не мимик. Значит, не мимик. Не эль мимо. А, не надо. Блять. Сука, ебучий Анрио опять это может быть. Лемур, как тебе формат стримов? Нравится? Нравится, нравится. Я сейчас после стрима пойду настраивать уши. Буду разбираться конкретно, что там, блядь, и как. Как делается, где эти коды всякие. Можно Может, сделать. Охоту? Давай охоту, давай. Давайте карты Таро раз это разложим. Идите сюда. Те. На вход. Кого одного нету? Дурака? Да. Бежит. Иди к нам. О, пошел спасибо. Процесс. Смерть! О. Зай. А, да? Блин. Все завязали благовония. Все? А не, одно есть еще. Ну, у меня одно есть. Есть один. Ну. Я б съебался. Близнец, подожди, это же близнец, да, он медленный? То ли близнец, то ли морой, хуй его знает. Нет! Гад. Ускоряется. Я б съебался. Мама. А, да? Я не успел. Ох уж этот Виллоу. Мама. Ну, хорошо было, мне понравилось, и у этого того. Я не оспыл благовоние. Всех тиммейтов слил. В смысле, блять, слил! Как будто я нахуй. Мне показалось, что это Морой или этот. Или близнецы. А, живые? Да-да. Ой, прикол, привет. Я думал, все умерли. Да. Значит, не сдох там, когда она около этого дивана была. Она в метре от меня была, но она погнала за другим. Я ага. был ближе. Прикол. Я думал, реально все умерли. Мне кажется, это либо близнецы, либо Морой. Можем еще одну охоту сделать. Можем, но у нас боговония нету. Ну, хотя ладно. Похуй. Сколько у тебя рассудок? Нормально, нормально. Давай карты потянем, может быть, нам выпадет. А. Это Морой. Я застрял. Я подыхаю, я сдохну.
Кто-то вышел? Я иду, да, если сливать тебе это до конца. Ну, блядь, ну я же не виноват. Что я сделал? Ну, я застрял. Братик, помоги. Что я бы сделал? И, понимаешь, доделал дело. Блядь, ну он за что? Ну это морой, блин, да. Ой. Все, да? Это морой, короче. Либо мимик копирующий морой, но это маловероятно. Скорее всего, это просто морой. Я думаю, что это морой. Ну да, таким быстрым, он в самом начале охоты был быстрым уже сразу же. Он, ну, таким быстрым, типа, никто не этого того. Сейчас сидит довольно, что всех убил. Да бля, я никого не убивал, я не хотел. Какая задержка у стрима? Да, это морой.